Портреты в разных техниках, графика и добавление оттенков. В Магаданской областной библиотеке имени Пушкина запустили арт-проект «Палитра». Это мастер-классы по живописи не только для опытных, но и для новичков. По словам организаторов, каждый человек в душе художник. И для того, чтобы научиться рисовать, не обязателен талант. Нужен лишь хороший учитель. Мы постараемся показать каждому, что он способен нарисовать. Для этого нужно всего две вещи. Это просто начать, и чтобы рядом был тот, кто может показать, как именно рисовать. Организаторы планировали провести 4 занятия, один раз в квартал. Однако желающих оказалось много, поэтому уроков сделают больше. На первом занятии начинающие художники работали с акварелью, рисовали горный пейзаж. На следующих уроках магаданцы смогут научиться создавать свои картины и другими способами. Мы планируем научить акрилу, гуашь, и, может быть, даже рискнем и замахнемся на масло. По словам организаторов, цель мастер-классов – помочь новичкам овладеть навыками рисунка, научиться применять законы рисования на практике, повысить общий художественный уровень.